смотрите, какой он получился. Смотрите, как ему можно жмакать. Жмакай. Можешь поменьше сдуть? Нет. Ну, короче, ты придуриваешься. Он падает. У меня залез. Для того, чтобы надуть мялку-надувалку, нужно взять вот эту иглу и вот так вот вставить до конца. До конца. И проделать отверстие. Вот смотрите. А так раз. Мне это блёст. Раз. Мать воняет. Тихо. Порви! Так мне надо сделать отверстие. Я не влюблюсь, я останусь, да? Вот. Да? Видите? Ага, сделали отверстие, но надо еще дальше. Да. Давай, нажимай, нажимай. Все. Можно вот так. Тихо, тихо, тихо. Продвинуть. Все? Да? О, все. Видите, он начал сдуваться. А теперь берете и надуваете. Давай громче. И вот какой он стал. Он раздувается до 50 сантиметров. Но нам не надо такую. Давай чуть-чуть приспустим. Вот так. Чтобы можно было жмакать. Стоп. И теперь вытаскиваем. Оп. Готово. Какой шарик.